Ну а далее обсуждаем ситуацию на юге Украины. К нам присоединяется Наталья Гуменюк, капитан первого ранга, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг. Наталья, здравствуйте. Доброе утро, слава Украине. Героям слава. Итак, Наталья, вот эта ночь на юге была относительно спокойной, по крайней мере, обошлось без вот этих вот массированных ударов шахедами и ракетами, как предыдущие дни. Однако, ну, понятно, что о затишье как таковом говорить не приходится. Какая в целом была ситуация? Возможно, где-то какие-то местности подвергались ударам, атакам? К сожалению, враг не прекращает артиллерийских обстрелов, и на это мало что может повлиять, хотя силы обороны продолжают мощную контрбатарейную работу и стараются выбивать позиции врага как можно дальше, дистанцировать их от среза воды. Чем дальше будут они находиться на левом берегу, тем сложнее им будет достигать и правого берега. Погода сейчас на нашей стороне, штормовое предупреждение и очень сильное изменение погоды в смысле порывистого ветра привело к тому, что вражеская тактическая авиация существенно снизила свою активность, и за прошлую ночь мы не фиксировали вылетов со сбросами управляемых авиабомб, то, что особенно допекает херсонское направление. Также в прошлые боевые сутки фактически мы не наблюдали такой активности, когда несколько десятков управляемых авиабомб враг направлял на села правого берега. Будем надеяться, что погода этому поспособствует и дальше, но не только на погоду надеемся и продолжаем уничтожать мощности врага на левом берегу. И уже имеем подтверждение о том, что уничтожено 22 оккупанта, 8 крупнокалиберных пушек, 8 единиц автобронетанковой техники и беспилотный летательный аппарат типа «Ланцет». Наталья, поговорим еще об обстреле вчерашней ночи. Один из заметных моментов, как запущенные Россией ракеты «Оникс» не долетели до цели, потеряли боевую способность на подлете. Как это могло произойти и о чем свидетельствует факт, что оружие армии Российской Федерации само по себе теряет боевую способность? Ну, тут нужно понимать особенности этих ракет. Ракеты типа «Оникс» — это противокорабельные сверхзвуковые ракеты, которые россияне выпускают из берегового ракетного комплекса «Бастион» со временно оккупированного Крыма. И эти ракеты по пути следования, как правило, идут на очень низкой высоте над водой и сориентированы именно на суда, на судно, на корабль, почему и называются противокорабельные. А запуская их по береговым объектам, очевидным было то, что враг пытается повредить прибрежную инфраструктуру. Выпуская их по береговым объектам, россияне рискуют тем, что ракета не справится с задачей. И так и произошло, подлетая к побережью, получив задачу уничтожить корабль или судно, так как предназначена эта ракета, подлетая к побережью, происходит понимание, что цели нет, и ракета самоликвидируется. Наталья, вот вы упомянули перед этим о ситуации на левом берегу. Известна ли информация вот о том плацдарме, ну, из того, что можно говорить, естественно, как там продвигается ситуация, пытаются ли оккупанты каким-то образом вернуть утраченные позиции или все у них тщетно? Здесь происходит легкая манипуляция около военными экспертными понятиями. То есть нужно четко понимать, что такое плацдарм в военном отношении, и только тогда его использовать. Такая же история была с контрнаступлением, когда все ждали, как его можно будет рассмотреть, и не понимали, почему не видно какой-то активности. А она происходила во вражеском тылу и приводила к тому, что враг терял способность быть боеготовым, скажем так, и мы могли продвигаться дальше. Так и здесь говорить о плацдарме слишком рано. Это такое
преждевременное понимание ситуации. Сегодня мы продолжаем боевую работу по выбиванию врага. Это контрбатарейная работа, это артиллерия, это воздушные силы наши в смысле использования, корректного использования дронов, потому что нужно понимать, враг продолжает прятаться за мирным населением, и наша задача быть очень высокоточными в поражении таких объектов, где враг сосредотачивается. Остальные формы проявления боевой активности с нашей стороны сейчас комментировать нецелесообразно для того, чтобы не ориентировать на это врага. Но в целом можем говорить о том, что наша комплексная боевая работа позволяет откидывать врага на разных участках фронта, на разные дистанции. 3, 5, 10 километров там, где это позволяет география левого берега. Она специфична, он ниже правого, и не все еще территории даже оправились после затопления вот той трагедии, которую устроили россияне, подорвав Каховскую бассейн. Наталья, расскажите еще, пожалуйста, что вам известно, естественно, из того, что можно говорить, об ударе по базе отдыха «Аура» возле временно оккупированного села Стрелковое на Арабатской косе, где располагался штаб российской группировки «Днепр». Во всяком случае, об этом сообщают так называемые российские военкоры. Ну, во-первых, мы не комментируем заявления оккупантов ни в каком виде, ни заявления их официальных источников, так называемых, типа Министерства обороны, ни заявления и информационные вкиды, которые по задаче Кремля создают те самые военкоры. Мы проводим боевую работу комплексно, в том числе и в тылу врага, там, где возможно его сосредоточение, однако только тогда, когда абсолютно уверены, что это не повредит мирному населению. Поэтому и соответствующие заявления о результативности нашей работы может делать только генеральный штаб. С нашей стороны подобных заявлений не было. Оккупанты очень часто прибегают к манипуляциям, создавая так называемые задымления и какие-то имитации вторжения сил обороны на некоторые объекты для того, чтобы обвинить потом силы обороны в вреде, который причиняет мирному населению. Наталья, вот в одном из недавних интервью вы упомянули о необходимости для вооруженных сил Украины, прежде всего, большего количества дальнобойного и высокоточного оружия на южном направлении. На ваш взгляд, вот в чем именно вот сейчас важность вот именно такого рода оружия и что, собственно, имелось в виду? То есть, либо это те же там дальнобойные ракеты по типу Storm Shadow, либо HIMARS, либо там дальнобойная артиллерия по типу снарядов Excalibur и так далее. Если говорить о специфике нашей зоны ответственности, линия фронта, которая проходит по реке Днепр и разделяет фактически территорию даже той же Херсонской области на подконтрольную Украине и временно оккупированную, и дальнейшее развитие событий на временно оккупированной пока территории как раз и предусматривает уничтожение мощностей врага в его глубоком тылу, поскольку у них за то долгое время, сколько они находятся на этой территории, уже неплохо оборудованы следующие эшелоны обороны. Они очень крепкие, и с этим столкнулись наши войска и на запорожском направлении, когда начали продвижение по сухопутью, понимая, что забетонированные линии обороны очень сложно преодолевать, и враг за них крепко держится. Поэтому нам необходимо оружие, которое сможет разрушить запасные линии обороны, и отступая, враг не будет иметь возможности, где закрепиться. Кроме того, это крымский хаб, который враги обустроили как зону сосредоточения дополнительных ресурсов. Это места вылета тактической авиации, то, от чего особенно сейчас страдает правый берег Днепра и правобережная Херсонщина. Это налеты КАБами, а прекратить их мы можем только уничтожив авиацию. Вот в этом, в принципе, и состоит потребность в дальнобойной и очень точной комплектации нашего вооружения. Наталья, вы уже говорили о том, что погода сейчас на стороне Украины, потому что в Черном море шторм, и это
снижает возможность российских оккупантов наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории Украины. Если говорить о кораблях-ракетоносителях, снижает ли «Шторм» возможность выводить их в море у российских оккупантов? Тот «Шторм», который сейчас уже несколько дней длится в Черном море, он действительно вот такой сложный в морском понимании для экипажа, который будет находиться на службе. И именно поэтому мы наблюдаем, что в принципе почти вся корабельная группировка врага свернута и заведена в пункты базирования. Сейчас на службе мы наблюдаем только два ПСКРа, пограничных сторожевых корабля, которые находятся один в Черном, один в Азовском море, и собирают обстановку и обеспечивают такое общее патрулирование. И причем корабельный состав врага и Черноморского флота в целом, пограничной службы, очень ограниченно перемещается в акватории Черного моря, не приближаясь, например, к западным берегам Крыма, поскольку там понимают, что это фактически место их последнего вояжа в Черном море. Поэтому предпочитают находиться в восточной части Черного моря, тяготеют к Новороссийской базе и занимаются сейчас обустройством логистики именно в этом направлении. Спасибо вам большое, Наталья, что вот столь ранним субботним утром вы нашли возможность к нам присоединиться. Наталья Гуменюк, капитан первого ранга, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины «Юг», была с нами. Мы обсуждали ситуацию в Черном море и о том, как развивается ситуация на южном направлении, а также о возможностях украинских сил наносить удары по тылам оккупационных войск.